22-летний музыкант Заед Ибрагим еще подростком полюбил исполнение музыки в стиле акапелла, то есть без инструментального сопровождения. С тех пор стал тренироваться имитировать звук своего любимого духового инструмента – саксофона. С 16 лет он смотрит видео в соцсетях и изучает технику этого жанра. Источник звука находится в животе, а контролируешь его горлом. Я немного напрягаю горло и извлекаю звук так, как если бы я пел, но звук сдавливаю. Для Египта этот стиль не совсем привычный. Я начал исполнять музыку в переходах, на улицах, в трамваях и в любых местах, где ходят люди. К такой музыке люди не привыкли. Это нечто странное. Но я пытаюсь выделиться, пытаюсь делать то, чего другие не делают. Египтянин придумал себе псевдоним «Музыкальный доктор». Обычно его выступления привлекают прохожих и вызывают на их лицах улыбки. Этот жанр называется акапелла. Это новый жанр для многих жителей Египта. Я пытаюсь познакомить с ним египтян. Акапелла — это удивительное искусство. Это исполнение музыки без инструментов. Зияд говорит, что его вдохновил американский комик Майкл Уинслоу, известный как «Человек 10 000 звуковых эффектов». Он умеет реалистично имитировать разные звуки, используя только собственный голос.